Всем привет! Продолжаем путешествовать по нашей стране. Старопреображенский монастырь – древнейший памятник архитектуры Старой Руссы, данные из Википедии. Он был основан в 1192 году неподалеку от правого берега реки Полисти. Тогда же был выстроен первый деревянный храм. Основателем монастыря стал Мартирий, который при новгородском князе Ярославе Владимировиче выстроил в 1192 году несколько келий и деревянную церковь во имя Преображения Господня. В 1198 году монастырь сгорел, а на его месте всего за 70 дней был построен новый, уже каменный Спасский собор. Впоследствии храм дважды подвергался перестройке в 15 и 17 веках. В 1630 году к северной его стене была пристроена колокольня. Примерно в то же время появляется и небольшой храм Рождества Христова, объединенный с упомянутыми зданиями особой пристройкой. Преображенский соборный храм построен в 1442 году. В нем иконостас, пятиярусный византийский стиль. В монастыре находятся части святых мощей пятидесятиугодников, перенесенных из Новгородского Софийского собора в 1805 году. И празднуемая 4 мая чудотворная старорусская икона Божией Матери. По преданию, эта святая икона пребывает в Старой Руси с X века, будучи сюда принесена греками. В 1570 году, по случаю морового поветрия, она была принесена в город Тихвин и находилась в Тихвинском Богородицком монастыре до 1888 года, когда с разрешения Святого Синода вследствие ходатайства граждан о возвращении их святыни была торжественно перенесена в Старую Русу. В честь ее в 1892 году освящен вновь сооруженный обширный храм. Комплекс монастырских строений, сформировавшихся в целом к 17 веку, дошел до наших дней. В настоящее время все сооружения монастыря отреставрированы, в соборе экспонируются фрагменты фресок 15-17 веков. В помещениях монастыря разместилась экспозиция Старорусского краеведческого музея. Ну, вот так вот вкратце немножко о Спасо-Преображенском монастыре, город Старая Русса. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания.